Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Это был скример. Вообще неожиданный, я просто совершенно о другом сейчас размышляю, поэтому он меня не потревожил. Я не знаю, возможно, это сейчас была отсылка на вот эту вот, этот логотип компании, но как бы в моих каких-то воспоминаниях именно в таком образе он не представал. Я просто боялся именно вот этой рожи самой по себе, потому что она, блядь, ну, страшная, что просто ебануться. Возможно, у кого-то и так было, что каждый раз, когда он ее видит, у него перед глазами скримеры возникали. Переключи скорей! За если б я знал. Сумасшедший! Да! Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Блять, из всех сук... Я в детстве так срался от этого блядского... Я вас разрабовал, сука, прям... У меня эти... Детские флешбеки, не вообще боялся. И тут сейчас жестко, это жестко. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально вспомнил пожелание сестры. Кто в здравом уме будет делать такую заставку? Вид логотип или компания, представляющая керамическую голову древнекитайского философа Гусяна с трехлапой... Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Ебать. Блять! Сука! Блять! Блять! Ёбаный в рот! Сука! Ёб... Блять! Твою нахуй налево и направо! Это чё сейчас было, блять? А ничего, это запрещенный прием! Разработчики, я не знаю, как бы, если вы там каким-то образом на это наткнетесь, вы поймите, я сейчас от лица всех я говорю, что это запрещенка, блядь. Это запрещенный прием, блядь. Мы напуганы этим были, блядь, нахуй в детстве все. Вы что делаете-то, блядь? Мне уже, блядь, не 10 лет, ну нахуй я сейчас чуть штаны не наложил. Это что, это, блядь, это то, что как раз в моей голове всегда происходило, когда я, сука, видел эту заставку. Всегда, блядь, в эти 90-е годы, когда я включал, блядь, в надежде посмотреть какое-нибудь поле чудес, блядь, или что, где, когда там, сука, этот, блядь, мужик, сука, был с жабой на голове, который я-то думал, что у него чулок на голове. Оказалось, потом я загуглил, когда мне было лет 20, нахуй, что это жаба, блядь. Блядь, это очень сейчас, это... Сука! Это запрещенный прием, нахуй, я отвечаю, это... Блядь, ты прикинь, как они передают это все, а? Это, блядь, сейчас было против правил, блядь, я отвечаю. Оля в ужасе скрикнула и спряталась за меня. Переключи скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. Да, блядь, не только Оля так реагировала. Нет, они взрослые. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Эта фигня меня всегда пугала. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Эта фигня меня всегда пугала. Этот вид жуткий, это просто жесть. Переключи скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. Мне самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. Ну, тут скажут то, что это вот заставка, это как раз-таки вид, это логотип телекомпании, бла-бла-бла-бла-бла. А еще жаба на голове. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Это что такое было? Вы что издеваетесь? Сидишь тут, слушаешь страшную историю, и тут так...
Знаете, это покруче всех кошмаров, которые мы с вами уже здесь видели. Вот это один большой скример может охарактеризовать все скримеры этой игры. Вот это жесть. Это просто полная жесть, ребят. Лайк за скримера. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. У меня еще звук на максимуме стоит. Сколько раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как при виде совы. У меня самого выступали мурашки. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Юлю. Ты что, твою мать, это голова! Это ВДВ или как? Вид! Оля вышла, вскрикнула и спряталась за меня. Это вид, это страшный. Да он не страшный, ну немножко страшно. Ты вообще придумал эту диску дохлую голову ставить. Сколько бы раз они видели эту заставку, всем реагировали одинаково. Я, кстати, слушал, да, что эти многие считают эту заставку проклятой. Но она не проклятая. У меня снова стволи мурашки при этого призрачного лица, поэтому я ментально исполнил пожелание сестры. Так, грать. Будем грать. Летсплей! Но мне кажется, это вот на нервные... бедные кошки, бедные собаки, бедные животные, которые сейчас... в доме находится с этими, блин, фейерверками. Поэтому родители, наверное, отчасти виноваты. Мне кажется. Ненавижу. Я ненавидела. Никогда. Эту грёбаную морду в колготках. Никогда! Господи, как... Как же я её... Я её до сих пор боюсь, чтобы вы понимали. Это не поле чудес. Это... Да, кто-то говорил, что... Очень много ходило вариантов, что это Ельцин в этих в колготках или еще что-то. Ну, похож. Я эту заставку до сих пор ненавижу. Самое страшное, это вот заставка вот этого вид. И, по-моему, передача называлась «Маска». В колготках. Ну да, но вот сверху, и вот это вот блямба или бабулька какая-то. По-моему, еще называлась «Маска». Я тоже... Я ее смотрела, но я ее вот так вот смотрела. Это ужасно было. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Блять, ебаный вид! Пиздец, вообще я покакал, блять. Ооо. О, сука, мне аж диафрагму защемило. Ой, в пизду. Я слишком стар для этого дерьма, надо завязывать. Блять, он меня в детстве-то этот вид ковид пугал, пиздец, а сейчас просто что-то совсем передернуло. Смотрите, какая у меня классная футболочка с единорогом на динозавре. Раз... Только положительные эмоции, стопэ. Фу, сука. Фу. Все, погнали дальше.